За природой не обязательно уезжать за город. Зеленый островок есть и в черте Тюмени. Это жилой комплекс «Уездные кварталы». Главная его особенность – это тезис «Двор Оазис». Это значит, что у нас во дворе действительно много зелени, разноуровневые. Это взрослые деревья, кустарные растения, газоны. Мы очень большое внимание этому уделяем. А недавно в уездных кварталах стартовала вторая очередь строительства. Новые дома порадуют интересными планировочными решениями. Это, например, мастер-спальни, кухни-гостиные и даже летние помещения. Это балконы, это лоджии, это террасы. При том, что террасы не только на первых и последних этажах, и террасы только у пентхаусов или больших квартир. Сегодня мы нашли решение, как сделать террасы даже у квартир минимальной площадью. Адрес – Тюменская Слобода. Именно в этом молодом и динамично развивающемся районе находится жилой комплекс. Все развито, то есть есть две школы, есть два детских садика, есть поликлиника, есть все остановочные комплексы, да, для общественного транспорта, есть доступная транспортная инфраструктура в плане машин. А тюменцы уже успели оценить преимущества нового жилого квартала. Делает такое максимально классное озеленение в Тюменской Слободе. Такого в целом вообще в Тюменской Слободе нет. Поэтому я думаю, что это будет такая вишенка на торте. Мне нравится, что этот застройщик большое внимание уделяет планировкам, в которых очень хорошая площадь всех комнат. Здесь нет комнат по 8 квадратов, по 9 квадратов. Все планировочные решения очень комфортные. Приобрести такие квартиры можно уже сейчас. А само новоселье запланировано на второй квартал 2026 года. Лиса Найдбаева, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.